Всем привет! С вами я. Вы меня не знаете, я вас тоже, поэтому представляться не буду. Играю я PVZ. Это E-ранг. То есть, чтобы вы понимали, здесь не будет никаких там каких-то там госов, таймингов, выходов, застроек. Здесь будет просто игра. Собственно, комп, как комп против компа, но E-ранг. Ничего серьезного. АПЛ у меня в среднем 50-60. И все, что может быть, только критика. Я даже не знаю, как правильно ставить пилон, застраиваться. Просто играю. Ладно. Если вас это не напугало, продолжайте смотреть. Понятно, получится у меня или не получится схалявить. По-хорошему сейчас бы поставить Nexus, но, наверное, лучше все-таки фотоночка. И, возможно, даже вторая. Сейчас, если здесь зерга не будет, то, значит, сразу вторая. Какой-нибудь, нет, 6 пул не будет, 7 пул тоже, даже 9 пул он может напрячь. Да, все нормально, место есть, чтобы закрыться. Ой, тут 12-й пул, можно было не делать собак. Даже 12-я хата. Ну что ж, я уже сделал 6 собак, не 8 собачек. И сразу ко мне. Ну ладно. Застроюсь на всякий случай. Ну, там две собаки можно было и не делать. Фотонку. Вообще можно одной фотонкой обойтись. Сейчас идет 4-я минута, на 6-й минуте пролетят моталы.
Гидравы. Это обыкновенный гидропуш. Просто обыкновенный гидропуш. Тут надо просто добавлять картоночки. Вот так вот пиончики. Ну, куда? Лейера здесь тоже не было. Не было. Пришел. Thank you.
The Zerg disembodied. Жил за Айю. Что у тебя на уме? Исследование завершено. Я вернулся. Нужно построить больше пилотов. Вот, собственно, и все.